В Самаре прошел Panda Meetup. Это первая встреча в рамках проекта в этом году и уже 11-я за все время существования. Ведущие разработчики крупных компаний из Москвы, Самары, Екатеринбурга и Саратова выступили с докладами. Формат митапов – живое общение, поэтому они интересны не только профессионалам, но и начинающим специалистам. Подробности далее. Разработка на платформе .NET – общая тема первого в этом году Panda Meetup в Самаре. Практическими знаниями делятся опытные специалисты, идеями молодые. В этом вся суть мероприятия. Panda Meetup более мероприятие организовано именно на общение как начинающих IT-специалистов, так и опытных в неформальной обстановке, когда можно обменяться мнениями по вопросам. То есть это не только доклад, который слушают, потом переваривают и что-то с этим делают, а это именно живое общение, и в результате которого рождаются новые идеи, новый взгляд на многие вещи, на реализацию проектов. Проект реализуется в рамках исполнения поручения губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по созданию в регионе благоприятной образовательной среды в сфере IT. Важная задача – поддержка кадров. Во-первых, это получение новых знаний и некоторая форма обучения. А во-вторых, это возможность познакомиться с огромным количеством интересных людей, завязать контакты. И, в принципе, со многими, здесь я уже четвертый раз прихожу, и, в принципе, я, скажем так, процентов 30-40 аудитории обычно уже знаю. Panda Meetup уже вышел далеко за пределы региона. Специалисты со всей России не просто приезжают на проект. Аналогичные встречи уже прошли в Пензе и Саратове. Проект интересен и бизнесу. Без участия вот в подобных мероприятиях, да, компаниям тяжело просматривать какие-то новые идеи, новые продукты. Да. Как раз вот на таких мероприятиях проходит живое общение. Ребята рассказывают о своих успехах или неудачах, да, в использовании каких-то продуктов. Panda Meetup встреча в Самаре продолжится. Технологии изменяются быстро, поэтому обмен опытом будет очень актуален. Анастасия Зубарева, Александр Каракулько. Новости губернии.